Славянский район с рабочей поездкой посетил депутат Государственной Думы Иван Демченко. Он встретился с фермерами Анастасиевского, Протокского и Петровского сельских поселений, а также посетил 21-ю школу. Подробности в первом материале выпуска. Свою рабочую поездку в Славянский район депутат Государственной Думы начал с посещения 21-й школы, расположенной в хуторе Ханьков Анастасиевского сельского поселения. Здесь учатся 143 ученика. Школа нуждалась в обновлении компьютерного класса. Решить данную проблему помог Иван Демченко, который передал учебному заведению 10 новых современных ноутбуков. Были обычные персональные компьютеры, то есть системный блок, ну и все монитор составляющий. То есть это и познавательный интерес у детей вызывает, потому что все же удобнее работать, интересно. Ну и, конечно же, скорость работы намного улучшилась. Учащиеся школы уже осваивают новые ноутбуки и готовятся к экзаменам. Депутат Государственной Думы пообщался с ребятами, узнал, куда они собираются поступать после 9 класса и у всех ли есть дома возможность заниматься онлайн. Как оказалось, только у девятиклассницы Златы Белухиной, которая отлично учится и собирается в будущем году поступать в Краснодарский педагогический колледж, нет собственного компьютера. Иваном Демченко было принято решение подарить отличнице новый ноутбук. Я хочу сказать спасибо Ивану Ивановичу за такой подарок, потому что у меня не было ноутбука, а с ним будет намного легче учиться. Благодарны за такие нужные для хорошей учебы подарки учащиеся школы подарили Ивану Демченко сделанную своими руками сову, как символ мудрости. Вам спасибо, успехов, хорошего окончания вам 9 класса и дальше кто в 10, кто по направлению, Злата. В техникум, в училище. Дай Бог, ребята, вам добрый путь. Затем депутат Государственной Думы посетил несколько крестьянско-фермерских хозяйств, которые пострадали после разгула стихии этим летом. У многих теплицы оказались частично разрушены, урожай потоплен и испорчен. Вот потеряла вот эти 6 теплиц, щавель, он ушел. Он пожелтел, не восстановился. Фермеры станицы Анастасиевской Галина Рудинян до сих пор подсчитывает убытки от подтопления. Вместе с мужем восстанавливают разрушенное. Иван Демченко пообещал помочь финансово и с материалом для теплиц. В августе пострадало 16 теплиц, металлический каркас и укрывной материал. Из них мы 6 восстановили и 10 теплиц будут нам помогать Иван Иванович Демченко. Материальной помощи окажет нам на восстановление теплиц, пленка и арматура. Большой ущерб нанесла стихия и фермеру Константину Бабакину из Протокского сельского поселения. Площадь подтопления составила 5 гектаров. Кусты клубники погибли на 1 гектаре. Еще на площади в полгектара безвозвратно были потеряны теплицы. Помощь депутата Государственной Думы Ивана Демченко пришлась как нельзя кстати. Помощь обещал Иван Иванович Демченко оказать в приобретении укрывного материала, пленки. Но, в принципе, для того, чтобы не завершить деятельность нашу, не приостановить ее, нам для этого будет, пока достаточно этого будет. Вот, для того, чтобы хотя бы не останавливаться в развитии. Одно из наиболее пострадавших поселений во время стихийного бедствия в августе этого года было Петровское сельское поселение. Потопленные домовладения селяне уже восстановили, а вот фермеры до сих пор занимаются ремонтными работами. Депутат Государственной Думы Иван Демченко осмотрел тепличное хозяйство семьи Панкеевых, пообщался с фермерами. Было принято решение также оказать им материальную поддержку. Прошла предвыборная кампания, прошли выборы в Государственную Думу. И мы получили около 3000 наказов. Ну и, конечно, один из основных моментов – это стихийное бедствие, которое прошло. Люди остались без средств к существованию. Деньги вложены, а отдачи нету. Мною было принято решение оказать материальную поддержку на этом этапе, значит, пострадавшим, для того, чтобы восстановить, хотя бы частично, восстановить производство сельхозкультур, производство капитальные сооружения, теплицы. И для этого выделены ресурсы, соответствующие средства и материальные ресурсы. Дополнительно это металл, в основном железо, для поддержки
наших товаропроизводителей. Учитывая меняющийся климат, а также рост количества природных катаклизмов, Иван Демченко, общаясь с фермерами, не раз поднимал вопрос агрострахования, который может стать спасательным кругом для тех, кто попал в трудную ситуацию. Материальная помощь на восстановление не решит проблемы. Здесь нужен системный подход, работа на перспективу, где страхование должно стать важнейшим методом защиты от погодных рисков и позволит сохранить финансовую устойчивость предприятий. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа «События». Редактор